Мотострелковое подразделение Северного флота совершенствует огневую подготовку в новом учебном году. Занятия проходят как у личного состава, так и у мобилизованных. Подробности далее. Под руководством офицеров и опытных инструкторов, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, мотострелки Северного флота днем и ночью отрабатывают навыки ведения огня из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Среди мобилизированных происходят занятия по огневой подготовке. Сценарий придумывается прямо на месте, исходя из обстановки. Стрельба из-за неудобного укрытия, стрельба с правого плеча, стрельба с левого плеча, стрельба с колена, стрельба с лежа. Занятиям по огневой подготовке, помимо личного состава штатных мотострелковых подразделений, также привлекаются и военнослужащие, призванные с запасом. В ходе практических занятий они вспоминают все, чему обучались ранее, восстанавливают свои навыки в стрельбе с различных видов вооружения. Подготовка проходит у нас отлично. Идут у нас каждый день стрельбы. Приходим, вот, стреляем с корда. Ну, а так все как обычно. Стрельбы, тактика, учения. Подразделение выполняет упражнения по тактической стрельбе, где постоянно меняется обстановка, и перед стрелком стоит задача не только смены огневой позиции и перезарядки оружия, но и определения наиболее важных целей, которые предстоит поразить в первую очередь. Тренировки развивают у военнослужащих самостоятельность в решении боевых задач, умение тактически грамотно думать, быстро и хорошо ориентироваться на местности, в различных погодных условиях, ловко и скрытно передвигаться.